Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня я буду делать для наших кукол бинбузл с рулеткой. Оставайтесь со мной! А перед началом просмотра не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для того, чтобы собрать коробку и рулетку, я нарисовала вот такой шаблончик в фотошопе. Немножечко взяла больше на боковые стороны, чтобы мы могли потом их ножничками хорошенечко подровнять. Этот шаблон я распечатала на тоненькой фотобумаге. Как вы видите, она глянцевая, но это не имеет значения, так как сверху я буду еще наклеивать скотч. Этот шаблончик вы можете взять на моем сайте. Кликайте на подсказочку в правом верхнем углу. Переходите на мой сайт, копируйте себе изображение и распечатайте. Для того, чтобы коробочка получилась плотная, я наклею шаблон вот на такой тоненький белоснежный картон. Его плотность 230. С помощью ножниц срезаю лишнее. Переворачиваю картон белой стороной к низу. И с помощью вот такого карандаша наклеиваю шаблон на картон. Сверху наклеиваю прозрачный 5-сантиметровый скотч. После этого все вырезаем. Это основная часть коробки, это крышка и рулетка. Теперь нужно сделать необходимые разрезы. На основной части отрезаем вот эти синие кубики с двух сторон. На крышечке разрезаем по вот этому черному контуру с двух сторон. Теперь нужно подвернуть боковые стороны. Для того, чтобы они были ровные, я беру линеечку, укладываю вот таким образом на шов и с помощью деревянной шпажки хорошенечко провожу вот так. С обратной стороны образовывается вот такой изгиб, и по нему потом нам будет проще собрать нашу коробочку. Также проводим и с этой стороны. Боковые стороны. Теперь переворачиваем шаблончик и заворачиваем вот таким образом все стороны. Склеивать коробочку я буду при помощи вот такого секундного клея Супермомент. Это гель. Сначала склею основную часть коробки. Наношу клей вот сюда, на синюю часть. И завожу на нее второй синий квадратик. Вот так. После этого накрываю все оставшейся частью красного цвета. Собираем вторую сторону таким же способом. Вот что у меня получилось. Теперь собираю крышечку. Таким же способом наношу клей сначала на вот эту часть. Завожу ее. И после вторую. Готово. Теперь я беру ножницы и хорошо все срезаю, чтобы было ровненько. Боковые стороны равняю, верхние. Попробуем надеть крышечку. Все отлично подходит. Теперь займемся самой рулеткой. Сначала сделаем пластиковую стрелочку. Для этого я возьму вот такой небольшой остаток от офисного скоросшивателя и от него отрежу небольшой кусочек. По размеру стрелочка будет у меня чуть больше, чем сама рулетка.
И теперь нужно вырезать саму стрелочку. Для этого я делаю вот такой уголочек. Прикладываю. Так, великовато. Еще чуть-чуть срежу с краю. Так, ну вот такого размера, я думаю, будет достаточно. Немножечко заострю край. С помощью маникюрных ножниц в середине стрелочки я делаю небольшое отверстие. Хорошенечко прокручиваем. Когда отверстие будет уже достаточно большим, беру ватную палочку, срезаю край вот так и вставляю в это отверстие. Если дырочка маловата, то продолжаем прокручивать ножницы дальше, пока палочка не войдет. Вот, все отлично. Я снимаю стрелочку, беру канцелярский нож и срезаю вот это все лишнее. Ну вот, я более-менее уже подровняла. Снова беру трубочку и вставляю ее в стрелочку. Натягиваю вот таким образом и срезаю лишнее с небольшим запасом. Вот что должно получиться. Отверстие у меня получилось немного не в центре, поэтому я укорочу стрелочку, чтобы все было ровненько. Вот так. Теперь я буду собирать механизм нашей будущей рулетки, и для этого мне понадобится швейная булавочка. Обратите внимание, что они бывают разные. Вот эта булавка, уже окрашенный шарик, был вставлен в металл. А вот эта булавочка была окрашена уже после того, как вставили в металл шарик. Такая нам не подходит, нам нужен голый ствол. Поэтому я беру вот такую булавочку. И с помощью вот таких маникюрных щипчиков сейчас я ее укорочу до вот такого уровня. Вот. Буквально 0,5 сантиметра оставляем от шляпки. Вот что у меня получилось. Теперь нужно вставить вот эту заготовочку в середину рулетки. Для этого я возьму другую булавку. Сейчас сделаю вот здесь небольшое отверстие. И уже после этого вставлю. Вставляю с обратной стороны. Вот так. Беру клей. Немного поднимаю шарик. И нужно хорошенечко его зафиксировать. И желательно сделать это ровно, чтобы наша вот эта спица, основа, стояла ровненько, а не косилась. Вот так. Снова возвращаемся к нашей стрелочке и сейчас немного срежем снизу, вот так. Обязательно равняем трубочку, чтобы было ровное круглое отверстие, а не приплюснутое. Я надеваю стрелочку на стержень и проверяю. Все отлично крутится, теперь нужно сделать сверху небольшую заглушку, чтобы стрелочка не падала. Я зажала стрелку пинцетом и сейчас буду делать на край стержня маленький шарик с помощью клеевого пистолета. Здесь нужно работать очень аккуратно, чтобы случайно клеем не вымазать нашу вот эту белую основу из трубочки с ватной палочки. Ставим шарик, просто нужно запечатать край и ни в коем случае к нему ничего не приклеить. Маникюрными ножницами равняем, делаем все красиво. Сейчас моя рулетка становится под наклоном, так как мешает задний шарик. Поэтому сейчас я посажу рулетку на вот такую крышечку. Это крышечка от маленьких сливок, 200-миллиметровых, просто молочные сливки. Сначала срежу вот эти внутренние перегородки, чтобы они мне не мешали, чтобы ровно все приклеилось. Наношу клей на края и приклеиваю к своей рулетке с обратной стороны. Ровненько. Осталось закрасить нашу верхушку черным лаком для ногтей, чтобы все было гармонично.
Теперь нужно подождать, когда лак полностью высохнет, а мы тем временем займемся конфетками. Их я буду делать из вот такой массы для лепки, Super Light Clay. Я взяла белый цвет, налеплю одинаковые, а после буду раскрашивать. Сначала отрываю небольшой кусочек, катаю из него шарик. После этого катаю небольшую колбаску, делаем форму фасольки, боба. Беру обычную ватную палочку и с помощью нее делаю вот такой небольшой промежуток внутри, углубление. И вот таких бобов нужно налепить достаточное количество, чтобы они уместились в нашу коробочку, в одну часть. И вот что у меня получилось. Теперь нужно подождать пару часиков, чтобы полностью высохли наши конфетки. И вот конфетки уже полностью высохли. Они стали вот такими приятными на ощупь, не липнут друг к другу. Все отлично. Теперь я буду их раскрашивать обычными фломастерами. Буду придерживаться цветовой гаммы, которая у меня расположена на рулетке. Вот так она выглядит. И сейчас буду просто сверху красить. Готово. Вот такие получились у меня конфетки с разными вкусами. Теперь нужно сделать перегородку. Для этого я возьму вот такой остаток от пищевого контейнера и отрежу от него небольшой прямоугольник. Обрезаю по размеру, беру рулетку, опускаю и нужно приклеить вот таким образом, чуть дальше, чем находится рулетка. Приклеивать я буду также вот этим клеем секундный. И вставляем. Перемешиваем конфетки и наполняем ими вторую часть коробки. И вот такой результат моей сегодняшней работы. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, мне будет очень приятно. А если тебе интересно, как сделать вот такое мороженое с ложкой или же сумку яркую в виде арбуза, то ссылочки на эти мастер-классы я оставлю в описании под этим видео. И на сегодня я буду прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока!